А кто у тебя вообще из друзей, вот с кем ты дружишь, если вот мы говорим о друзьях шоу, это кто? Друзья шоу-бизнеса, вы имеете в виду, да? Нет, вообще. Вообще это мой коллектив. Так. Это мой директор, мой пиар-директор, мой балет, мой звукорежиссер и все их семьи. То есть и дни рождения, и новые года, и все праздники, мы все вместе. Так как мы 24 часа каждый день, мы всегда вместе, и поэтому это мне повезло. У меня новая семья появилась. 9 лет назад мы познакомились с директором, перевернуло все с ног на голову, то есть отказались от большого приема алкоголя, отказались от различных дурацких развлечений, то есть ушли полностью в работу. И это здорово, сейчас очень все много точно. Но считается, что на самом деле артисту нужно какое-то топливо. Чем-то он же должен энергетически бывают выходные дни, есть любимые рестораны, безусловно, в которые я посещаю, и где-то какое-то хорошее красное вино с удовольствием. То есть я вот стал еще и ценителем вин на старости. А мы про московские, да, рестораны конечно, говорим? Конечно, конечно. А вот гастрольный график, когда на гастролях, там уже ведь бывает, что в один и тот же город приезжаешь и второй, и третий, и четвертый раз. Конечно, там, у нас, как правило, так и получается. Да, там какие-то оазисы образуются или... Образуются. Уже есть в Одессе определенные, в Одессе определенные рестораны. Уже есть в Италии сейчас, в которой я очень часто бываю, в Пизе есть 3-4 места. В Риме есть около 20 любимых мест уже. Где подают шикарные трюфели. Вот. Есть, конечно, конечно. Есть в Санкт-Петербурге очень много хороших мест. Да, уже есть. Вот. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».